Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Экономьте с магазином «Эконом Плюс». Совершая покупку свыше 1500 рублей, вы получаете 30% скидку на весь ассортимент товара. Для вас большой выбор мужской, женской, детской одежды и обуви, текстиль, аксессуары и многое другое. Магазин «Эконом Плюс» вас ждут по адресу улица Гагарина, 17, торговый центр «Аврора», первый этаж. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Стесняетесь своей улыбки и боитесь улыбнуться на людях? Решение есть! Протезирование в современной медицинской клинике. Приглашают на бесплатную консультацию. Вас осмотрит стоматолог-ортопед. Врач составит оптимальный для вас план лечения. Подберет вариант протезирования для любого бюджета. Предоставляются скидки для пенсионеров, людей с инвалидностью и членов профсоюзных организаций. Записывайтесь по телефону 30350. И о погоде. По данным синоптиков, завтра 5 августа в Печоре ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет плюс 6-8 градусов, а завтра днем плюс 12-14. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и более 70 каналов кабельного телевидения в аналоговом и еще больше в цифровом формате. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». С вами была Наталья Оншина. Всего доброго и до встречи.